С вами стилист компании Modres Филиппова Ольга. И сегодня поговорим о том, в чем отличие дизайнерской одежды Modres. Одно из них, одно из самых важных, я бы сказала, это идеальная посадка вещей. Потому что при разработке изделий учитываются все нюансы фигур плюс сайз. Вы же понимаете, когда у нас фигура 50, размера 50 и выше, там у каждой девушки будут свои нюансы и свои особенности. Сегодня у меня две наши прекрасные модели, Алла и Даша. И вы видите два, в принципе, два одинаковых платья с запахом. У Аллы фигура, тяготеющая к прямоугольнику, у Даши фигура ближе к нижнему типу с ярко выраженной талией. Но тем не менее, как вы видите, эти оба платья прекрасно сели на две совершенно разные фигуры. Вот так мастера бренда Modres подходят к своей работе. Именно поэтому за столько лет компанию, клиенты, которые приходят в Modres, остаются с ней на все время. Костюм – это одна из тех вещей, которые невероятно сложно красиво посадить, и Modres это удается. Две наши девушки, да, два разных типа фигуры, а костюм один и тот же. И посмотрите, как классно он сидит и на Алле, и на Даше. Опять же, что касается брюк, обращаю ваше внимание, если брюки правильно сшиты, то вы легко и спокойно можете носить с ними и укороченные изделия. И еще немножко о стилизации. Вот этот костюм, он прекрасно подойдет, естественно, впишется в офисное пространство, но вы легко можете перевести его и сделать более кажуальным, надев, вот как Даша у нас надела, кеды, да, белые кеды, а можете пойти в нем и на выход, и выглядеть невероятно круто, невероятно стильно, надев какое-то акцентное украшение, надев каблуки, да даже просто добавив красную помаду. Девушки, рекомендую вам переходить на сайт Modres. Там всегда выгодные условия покупки, а еще стилисты компании помогут вам определиться с размерами.